Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в зомби-кетчер Охотники на зомби. Так, ну что, нам там немножечко, по-моему, не хватало, да, ребята, продать товаров. Но ты понимаешь. Так, что это такое? Прибей зомби к земле? Так, прибей зомби к чему-нибудь своим гарпуном. Пенек, например, удобная штука. Ну, я попробую, я гарантировать ничего не буду. Ребятушки, пробить пенев к пеньку. Так, ну что, у нас тут пляж. Ну, мне нужно болото. Мне нужны вот эти вот фиолетовые чмошнички. Уменьшительно ласкательно. Чмошнички, ребят. Ой. Ой-ой-ой. А ты в курсе, что я сейчас тупанул, ребят? Смотри, сейчас что будет. Они же тут. Блин! Сфигали твою налево! Ты прикинь меня, как развели, как ложка сейчас. Тот самый хмырь, который мне... Блин, я повелся за бомжом, блин. И тем самым я продинамил нужного мне... Да твою... Да как ты их тут пригвоздишь? К пеньку, например. Блин, ну я не получаю награды, понятное дело, ребята, из-за того, что нужный мне зомбарь смылся от меня. Черт бы его помрал, а? А сфигали, ребята, идет реклама, если я ее отключил интернет? Объясните-ка мне, пожалуйста, а? На милость. У меня выключен интернет. А реклама шпарит. Это что за фокусы такие, я не понял. Вот здесь, например, да, написано к пеньку. Я сейчас попробую сейчас, друзья мои. Это вот считай... Ага, это вот засчиталось, друзья мои. Я сейчас, знаешь, что попробую. Да господи. Ну ты вообще косишь по чернаку. Я вот сейчас здесь тоже, ребят, попробую к пеньку его присобачить. Тем более здесь желтый чмошник. Есть. Так, вот камушку. Камушку, к сожалению, не получится. Нужен именно пенек. Опа. Друзья мои, есть неплохой шанс. Смотри. А, так я уже выполнил, все. Я выполнил, ребят, задание. А как, интересно? То есть это я зомби прибил к зомби? Так, что ли, получается? Неплохой вариант. Зомби прибить к зомби. Так, ребятушки, а у нас получается что? Одного мы с тобой добыли, да? А, мне нужен был еще... Подожди. Блин, только один. Мне нужен еще один. Ну, пойдем на этот, на пляж. Давай здесь, наверное, сейчас шваркнем с тобой. Эти зомби нам нужны для чего, ребята? По большому счету, они нужны для... Ой, вода. Ого. Ого. Вода, значит. А ну-ка... Подожди, я хотел вот так вот сделать. Нет. Да иди ты! Блин. Ну и так наказал, да? Хе-хе-хе! Водолаз. От меня не смоешься. Ой! Ага. Хмырёныш мелкий. Медуза мел в меня, понимаешь, ты тут раскидывался. Фраерок. Так, эта штука, не знаю, опасная какая-то. Выглядит опасно, по крайней мере. Так, ребят, что это за мусорный бачок? Вон там я точно знаю, что кто-то будет зомби какой-нибудь. Да ну в плане, блин, ты... Я тебе сейчас... Так, ребят, я его должен настигнуть.
Да ну, акулу, блин, пробил. Дерьмище какое-то получилось. Ну серьезно, ну как он, блин, ну ребят, ну блин, бесявый, согласись, бесявый, а. Да здесь, наверное, тоже какой-нибудь такой хмырь будет. Ну не, здесь аквалангист. Да ну в пу... Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной сейчас, я не пойму. Ну а здесь кто? Да в плане ты так скачешь, как... Как нифига не русалка, ребят. Блин, а там-то, наверное, сейчас там смоется. Да ну как ты меня увидел? Я же в Поднебесную улетел. Ать! Есть! Прям в затылок ей. Ну, один-то смылся у меня, ребята. Один смылся, черт бы его побрал. Угу. 187 у нас этого плутония. Так, я здесь-то сделал же задание-то. Давай награду получим. Тыщенка. Гайка. 250 монет. Так, у нас зомби опять найдены. Зомби найдены, я так понимаю, на болоте. Нет? А, какое болото? Мы же с тобой на пляжике-то... На пляжике же не были. Да не надо мне сетка. Ать! Да твою, блин, ну... Ну так нечестно, ребята. Ублюдок взял... Ах ты! Да блин! Ну это все, ребята, это трэш называется. Да иди ты со своим динамитом в одно место, блин. Смотри-ка, перепрыгнул еще, а. Есть. Блин, есть, а два-то убежал, один упал, блин. А другой убежал. Гад, я его думал на земле поймаю, а он на своем ранце летает. Планировал там, блин. Планировщик. Так, ну что, как ты видишь, мне нужно, блин, ребята, 2 минуты 37 секунд подождать. Это вот здесь вот, 2 минуты, 7 минут. Я, наверное, ребята, сразу же тогда 7 минут подожду, чтобы уже 2 у нас откатилось. И будем же ловить. Так, ну что, друзья мои, продолжаем. Зомби у нас обнаружены, пошли ловить. Блин, мы сегодня, надеюсь, хоть уровень-то поднимем все-таки или нет. Или так, все впустую, в холостую. Да, опять все не то и не это. Блин, тут синька чмо. Да иди ты. Ты-то еще тут будешь прыгать, не выпендриваться. А меня раздражает то, что у меня веревка в гарпуне длиннющая. Это раз. И, блин, как мне бесит. После того, как он выстрелит, он 3 часа ее потом наматывает. Вот меня вот это раздражает. Ну, опять нам не выпал, ребята, тот самый ханорик, который нам нужен. Ах, напрягает. А, младший истребитель. Что нам так с тобой не везет? Я вот не понимаю этого. Упустили, блин. Почему ж слишком, ребят, слишком редко он выпадает. Слишком редко. Чего такое-то? А, тут я думаю, что там отправить его, говорит, на пляж. Блин, нам не хватает одного. Всего лишь одного замызганного дурика. Это жиробас. Даже жироб... Во! Есть! Ну неужели, твою ж налево. Желтуха тут еще лазит. Да, ребят, все отлично. Так, значит, нам потом надо будет поставить. Ну, на производство, естественно, и подождать немножко времени.
Блин. Я почему-то... Нет. Ишь ты. Ишь ты, масленица, побежала на меня. Прекрасно. Ну все, теперь, ребята, дело за малым. Дело за малым. Мы устанавливаем. А так вот. Нам надо всего лишь 5 штучек. А я пойду пока, наверное, на пляж, я так понимаю, да? На пляжу. Слушай, что тут за зомби освободить? Не надо мне. Синий меня не интересует. Синих мы и так с тобой можем спокойно на изи ловить. Так. Надеюсь, это не... В чайник ему, в бубен. Залепил я ему в бубен. Блин, ненавижу, когда вот это вот. Так она еще и... Ах ты! Так она, блин, бежала, ребята, даже не отпустила свою херню, блин. Мразь, а. Че ты? Ныкаешься мне, ныкальщиком. Иди ты. Блин, все равно задело, а. Не, ну та швабра, конечно, вообще оборзела, ребят. Она бежала, она даже не опустила свою эту, блин, доску, блин. Мало того, что она в броне, мне ее пробивать, блин, запарился. Так она еще бежит, блин, прикрыв свою задницу этой доской. Все, ребят, тут один остался. Один. Есть, последний идет. Сейчас мы с тобой левелап получим. Ага. О как. О как. И что у нас там? Так, продать 60, блин. Улучшить зомбовыжималку. Продать товар. Зомбовыжималку улучшить. Это какую? Креветочную, да? Так, улучшил. Улучшил. 20. А у меня еще есть они? Блин, тоже проблемы теперь с этими. Половину только имеем. Половину. И нам нужны... Сколько там? 60. 60. Так, ну что? Это опять же пляж? Это же пляж. Может быть, вдруг. Ну давай вы вылази там. Вот смотри. Наконец-то. Опа-на. А вот это мне и нужен, парнишка. Даже пикнуть не успела. Крохоборка. Да! Блин, надо было тут догонять. А может быть, я еще и догоню ее, а? Усекла, усекла, блин. Сейчас опустят, ребята. Не! Смотри, что было шикарно, ребята. Я ее поймал. Она уже на расслабоне, на чили бежала такая. А, типа, обманула я шерифа, блин. Да не тут-то было. Я на перекладных быстренько до нее добрался. Молодец. Так, ребят, у нас один только есть. Вот такой вот ханыга. Мне кажется, что нам придется, наверное... Блин, сколько у нас стоит дрон? 390. Блин, мне еще тут собирать. Я, наверное, все-таки на пляж отправлю. Да, ребят. Сделаем именно так. А... Наверное, на сегодня мы будем... Друзья мои, закругляться. Потому что, ну, сам понимаешь, дальше очень долго ждать. Так, ну, этих мы с тобой... Подожди, тут сколько, сколько получается, в общем, 20, да? Как раз 3 и 3, 6. То есть у нас с тобой на 2, на порцаке есть. Вот нам не хватает только лишь креветочников, вот этих вот. То есть еще одного надо будет поймать. Я думаю, в следующей серии мы с тобой это быстренько замутим. И уже будет 28 уровень. Это значит, что у нас появится еще одна зомбовыжималка. Уж с какими там...
приколюхами она будет, я не знаю. Ну что ж, друзья мои, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.